Приветствую вас снова с самого сердца настоящих Филиппин, с острова Сибу. И сегодня у нас с вами снова небольшой домашний влог. Сегодня я вам расскажу, что приготовила на обед из овоща, который абсолютно неожиданно для нас вырос за воротами нашего дома. Вот сюда вот попадали с бамбучин. Два вот таких вот уже больших плода. И я думаю, их надо уже срезать, пока они молодые. А как бы до него сейчас добраться? Ну вот один я срезала. Он такой аппетитный, молоденький. Прям как я люблю. Теперь нужно добираться за вторым. Он у нас вон там, вдалеке. Ой-ой. Нужно срезать и вот этот вот, третий. Потому что совсем скоро он постареет, и шкурка у него станет жесткая. Лучше съедим его молоденьким. В итоге мы имеем вот такие вот три чудесных филиппинских овоща, которые местные жители называют оппа. Но я их по-прежнему называю кабачками. Друзья, вы даже представить себе не можете, какой сейчас у меня есть простор для фантазий в кулинарии. Но я-то представляю, что я буду в будущем готовить из вот этих самых овощей. Друзья, спасибо всем, кто в комментариях к предыдущему видео написал, что этот овощ по-филиппински называется оппа, и что он принадлежит к отряду тыкв. Но я все же склонна думать, что по консистенции и по своему строению он все же более походит на кабачок. Поэтому я его так и называю. Но, в принципе, от того, как его не назовешь, вкус блюда, приготовленного из этого овоща, не изменится. Поэтому давайте готовить! Ого, урожай какой у тебя, богатый. Да, будем много готовить сейчас. А я колесико заклею. От нашего автобуса? Да, от автобуса. Шнурок поставил. Нужное дело. Да. В филиппинских шиномонтажках они шнурки не понимают, не ставят шнурки. Вот такие вот. Это для ремонта дыр? Да, а это обычное дело. Шнурок ставишь вот сюда в иглу и в дырку воткнул, и все. Быстро и легко. И просто. Я не знаю, почему они это не хотят делать. Приходит самому. Ну и ладно, мне в радость. Ну ты у нас на все руки мастер. Да. Я такой. Я еще на машинке вышивать умею. У нас есть три вот таких вот. Опа. Маленький, побольше и совсем большой. И сегодня мы съедим один из них. И я думаю, что это будет вот этот. Наш оппа мы будем готовить с куриной грудкой. У меня есть две вот такие вот курочки. Это домашние курочки. Сейчас мы вырежем из них грудку. Ну, а остальные их части пойдут на суп. Вот столько мяса с двух курочек. Здесь и белое мясо с грудки, и косточки, и крылышки, и ножки. И все этого мы сегодня приготовим. И овощи, и суп. И у нас получилась вот такая вот чашка куриного филе. Вот такая чашка остальной курицы для супа. И чашка жира и кожицы, которую я срезаю для наших котиков. Сначала ставим вариться мясо для нашего супа. Вообще по-русски правильно было сказать для куриного бульона, потому что кроме мяса и совсем небольшого количества овощей в нем ничего не будет. Но на Филиппинах это суп. Ну и пока наш суп варится, мы будем готовить оппа с куриной грудкой. Thank you.
Ну вот, друзья, наш обед и готов. Сегодня это наваристый бульон из домашней курочки с овощами. И, опа, тушеный с куриной грудкой и овощами, а к нему на гарнир рис. Вы даже, друзья, не представляете, как же это все чудесно пахнет и как же это все вкусно. Надеюсь, друзья, вам понравился этот вариант нашего русского обеда здесь, на Филиппинах. И вы непременно попробуете приготовить его у себя дома. Ну а пока спасибо всем, кто сегодня был вместе с нами и досмотрел этот ролик до конца. Всем, друзья, добра и удачи, и до встречи в наших следующих видео.